Приветствую. У меня нет настроения, нет сил. В общем, в связи с последними событиями очень из-за iPhone SE расстроилась. Блинчик такой у меня будет сегодня, мукбанг, малина, цельнозерновой блин и соус такой ягодный. Меня знаете, что поразило? Сегодня сын тоже такую фразу мне сказал. То, что мир такой вот подлый. Реально так и получается, да, что мир-то, в общем, подлым таким бывает, таким, как сказать, каждый думает только о себе. Ну, я, кстати, тоже вот его учу так, ты, говорю, объясняю, да, говорю, ты в этом мире слишком доверчивый. Это у меня экран. Что у меня экран гаснет? Запись вроде бы идет. Не видит меня экран, да. Это божественно. Вот, когда какое-то идет состояние такое, заболеваете или депрессивно, нужно кушать ягоды. Обязательно. Ягоды это вообще жизнь, это мое вот мнение. Когда я заболеваю или что-то такое депрессивное. Знаете, вот что еще такое? Блин, брать так неудобно этой вилкой. Не вижу вообще себя. Вроде съемка идет. Самое что. В этой ситуации неприятное, что там было заявлено такое, что у тебя, говорит, был некачественный телефон. Но, деточка моя, если ты в руках ни разу не держала iPhone, конечно, не в курсе, что некачественный телефон и iPhone не восстановленный. У нас действительно есть чек, он купленный. Не подделка, то есть купленный, ну реально, за большие деньги. 70 тысяч рублей. Вот такая сумма этого телефона. Он априори не может быть некачественный. То, что при очень сильном падении, которое произошло, там любой бы телефон разбился. Тут как бы она, может, имеет в виду, что стекло айфонов более такое нежное, тонкое. Я вам еще раз говорю, там было такое падение, что убился бы любой телефон. Вот. Вот и все. Мукбан закончила. Такая тема, вот она, какая она сущная есть сейчас, такая-то.